Украина же по непонятной причине не прибегает к самой простой и эффективной форме защиты своих энергетических объектов. Достаточно было бы на каждом из них разместить несколько русских военнопленных, чтобы существенно попортить удовольствие от этих пакостных терактов для самих же ликующих россиян. В этом нет никакого нарушения Женевской конвенции. Это не военные объекты, не склады, не казармы, не батареи, не базы. Это чистая социалка, куда по той же Женевской конвенции, конвенции бить вообще-то и не полагается. Вполне себе безопасное местечко. Можно было бы там разместить военнопленных и обеспечить 24-часовой трансляцией их сытую комфортную жизнь выложить в интернет, чтобы за бытом пленников, за пожиранием вареников, решением кроссвордов наблюдали бы не только их мамы, жены и сестры, но также и все прочие заинтересованные лица. Если туда к солдатикам все же прилетят приветики из русского мира, их родные русские ракеты. Это, несомненно, добавит в трансляции и пикантности, и драматизма, и дыма, и искр, и трупов. Трафик у этой трансляции был бы зашкаливающим, на зависть просто. Ее техническое обеспечение стоит 2 копейки, это ну, максимум 2 камеры слежения, то есть полная фигня. Ничего оригинального и нового в этой идее нет. Так поступали, в частности, англичане во Вторую мировую войну, официально сообщая гитлеровцев о размещении на определенных объектах пленных солдат и офицеров вермахта. Гитлеровцы благодарили за сведения и, тяжело вздохнув, меняли вектора и маршруты своих фау и бомбардировщиков. Путин же, вероятно, в ажиотаже пакостничества, конечно, скорее всего, наплюет на своих солдат.